Всем привет, привет! Как вы меня видите, как вы меня слышите? Слушайте, Валерий, вы рады? У меня есть 800 рублей, так как ты пользуешься этой сумочкой. Десяточки, я жду в чате десяточки. Как вы меня видите, как вы меня слышите? И мы с вами... Ага, все, первый десяточка прилетел. То есть меня хорошо видно и слышно. Да, у нас с вами традиционная планерка запуск, запуск нового каталога. Соответственно, у нас получается завтра утром будет директорская планерка. Директорам напоминаю, завтра с утра директорская планерка. А в Zoom тоже, да? И во вторник уже будет наша традиционно утренняя планерка. То есть вот такой вот обычный график. Ну, хочу начать нашу сегодняшнюю встречу с поздравления. Поздравляю всех тех, кто хорошо закрыл 12-й каталог. Поздравляю всех, кто взял бонус 10 тысяч рублей. У нас в команде таких несколько человек. Это у нас Аня Горбачева, это у нас Юлия Игнатова, это у нас Оля Куковякина, и это у нас я. Так, если кого забыла, пишите, что вы взяли бонус, но что-то я где-то потерялась, и, может быть, я просто об этом не знаю. Вот, это вот люди, которые заработали 10 тысяч. За что заработали этот бонус? Это новый такой вот бонус, который не будет на постоянной основе. В 13-м каталоге такой бонус, он последний раз акционный. Но самое главное, что этот бонус в любом случае, ведь не этот бонус, а этот критерий получения бонуса, 15% рекрутирования, 70% активности, этот критерий, он теперь с нами навсегда, ребят, я хочу вам сказать. То есть, когда компания будет запускать новую рекрутинговую акцию, а это произойдет 30 сентября, у нас будет большой Орифест, который будет проходить онлайн. Так вот, запуская новую рекрутинговую акцию, компания там обязательно ведет как доп. Условия выполнение критериев, независимо от уровня, 15-70. Если вы делаете 15-70, вы растете, да, и мы по утрам, когда проводим планерки, очень много на эту тему разговариваем. Делая 15-70, вот с нуля человек пришел, вот если он будет отслеживать, что у него 15% рекрутирования, 70% активности, не меньше, да, то тогда за 9 каталогов у него будет 22%. Это статистика. Статистика, с которой вообще не поспоришь. Статистика, которая показывает скорость развития команды. А если человек делает меньше, чем 15-70, то получается у него, как в той задачке с бассейном, да, труба на вливание и труба на выливание. То есть средняя статистика 10% из бака выливается, то есть не делают повторный заказ из каталога в каталог. Соответственно, представьте, если у вас 5%, например, рекрутинга, ну, до 10% рекрутинга, и 10% уснушек, каждый каталог появляется, что происходит? Вливается меньше, чем выливается. Соответственно, о каком росте вообще может идти речь? Ну, вот так, чисто вот даже теоретически, даже вот, ну, вот просто, да, на цифрах. Если у вас 10% засыпает, ну, лучше, чтобы меньше засыпали, мы поговорим сегодня об этом, но при этом у вас 15% вливается людей каждый каталог, то, соответственно, у вас вливается больше, чем засыпает, соответственно, у вас идет рост бака, базы активных консультантов, и вы активно растете. Вот это абсолютно взаимосвязанные вещи, это чистая математика, без которой в бизнесе никуда, ребят. Без математики в бизнесе никуда. Ну и у нас с вами начался сегодня 13-й каталог. Вот так вот выглядит обложка 13-го каталога. Вы видите ее сейчас на экране. Я с вами сегодня поговорю на тему, на что нужно обращать внимание в 13-м каталоге, на что мы вообще будем обращать внимание в этом каталоге. Ну и, в общем-то, расскажу о тех новинках, которые нас с вами ожидают. И напоминаю, как всегда, завтра, в понедельник, в 11 часов по московскому времени у нас будет проходить «Доброе утро, Россия» с Катрин и Виктором. И там будет очень интересная тема, что даже нас попросили с листочком и ручкой выйти на просмотр этого «Доброго утра». Поэтому обязательно выходите, обязательно подключайтесь, обязательно заряжайтесь энергией вместе
с руководством компании Oriflame. Итак, наш каталог, 13-й, вот так выглядит обложка. На обложке сразу представлена обновленная серия Novage, Skin Energies она называется теперь, эта серия. И это не просто изменение дизайна немножечко, это не просто изменение чего-то там, ну, не знаю, там, старую упаковку, да, ну, вот это вот 20 серия, 20+, да, это вот на замену той серии будет. Это не просто внешние какие-то изменения, вот внешних изменений как раз минимум, да, это именно очень много других изменений, то есть это серия, которая, ну, как бы, вот знаете, как следующий уровень развития, вот так вот назовем, как ступени развития. Компания постоянно проводит исследования в своем научно-исследовательском центре по изучению кожи лица человека и вообще кожи человека. И вот на основе этих исследований вот появилась новая серия с еще более интересным составом, еще более интересными ингредиентами и с еще лучшим результатом, да, от применения. Поэтому, как обычно, компания уделяет внимание трем аспектам. Это, конечно же, поддержание активности, то есть чтобы наши покупатели, которых 80% в наших организациях, чтобы наши покупатели с удовольствием продолжали покупать продукцию. Понятно, что второй аспект – это рекрутирование, о том, о чем я сегодня уже начала говорить, да, что должен быть минимум 15% рекрутинг, и вы должны следить за этой цифрой с самого начала. Вот, вот только пришли, вот малышечка маленькая, только-только-только командочка начала зарождаться, хотите расти, цифра меньше 15% рекрутинга просто не должна падать. И, конечно же, развитие лидерства для того, чтобы у вас была личная активность, для того, чтобы вы показывали своим примером, как вы развиваетесь, для того, чтобы вы показывали путь своим людям, для того, чтобы вы вдохновляли своих людей, для того, чтобы вы шли впереди своей команды и показывали им вот эту вот дорогу. То есть всегда у нас с вами три важных аспекта, которых мы должны постоянно, каждый день помнить. Основные фокусы в этом каталоге – это, конечно же, вот новая серия Novage Skin Energies, это новинки в серии Baby O, это новый мужской аромат Glacier Eyes, и в коллекции аксессуаров у нас еще появляются новиночки. То есть у нас в прошлом каталоге появилась новая коллекция аксессуаров, и в этом каталоге туда начинают добавлять новинки. Сама серия, да, вот эта вот новая серия Novage, да, давайте немножечко поговорим о ней. Прям только мы открываем каталог, и мы сразу видим вот такую вот вставочку в каталоге, видите, да? То есть она прям, ну вот она покороче немножечко, и это все о новой серии Skin Expert, Skin Energies, для того, чтобы вы прям хорошо, хорошенечко изучили, да, эту серию и вообще обратили внимание, свое личное внимание, внимание своих консультантов и своих клиентов на вообще на серию Novage, чем она отличается, почему это важно, почему эта серия выгодно отличается от всего того, что люди могут купить где-то в другом месте, где-то в магазинах, где-то еще на каких-то сайтах, да, вот чем отличается коллекция Novage вообще в целом от всего того, что есть. И вот самое главное, что вы должны знать, Novage равно инновационность, понимаете? Вот прям знаки равенства между этими двумя словами, Novage и инновационность. То есть все то самое интересное, самое эффективное, самое лучшее, то, что повлияет быстро и даст результат, это все появляется в наших коллекциях Novage. И это, конечно же, еще исследования, большие исследования, которые идут в Институте исследования кожи Oriflame в Стокгольме, в Швеции, и в лаборатории Ориderm при научно-исследовательском центре в Дублине, Ирландия, плюс в ряде независимых лабораторий по всему миру. Ребят, это написано прямо на обложке. Вот, вот здесь вот обложка, и вот это все написано. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Здесь у нас в этой серии обязательно натуральные экстракты, обязательно экоэтический скрининг. То есть мы прям очень внимательно следим, чтобы не допустить ничего такого, чтобы не навредить ни самому человеку, который будет использовать эту коллекцию, и не навредить вообще ни, в окружении даже никому, потому что вот вы когда умываетесь умывалочкой, да,
из коллекции Novage, она тоже биоразлагаемая. То есть, несмотря на то, что вроде бы мы говорим о том, чтобы мы хорошо выглядели, при всем при этом мы еще следим, чтобы мы не засоряли окружающую природу, чтобы наши баночки биоразлагаемые, чтобы были перерабатываемые, да, с перерабатываемым пластиком и так далее, и так далее, и так далее. Тщательные тесты на безопасность. То есть, мы ни в коем случае, это настолько проверено, то есть, мы, это не может вообще не привести никаким там негативным последствиям. Без ГМО. И, конечно же, строжайшие европейские стандарты. Мы с вами говорили уже о том, что в России слово «стандарт» – это такое ругательное слово, которое давно уже заменили ТО, да, техническая необходимость, там, технические, ТУ, технические условия. И когда мы покупаем что-то, причем включая продукты питания, вот когда мне человек говорит, я боюсь пить коктейль «Арифлейм», я говорю, а колбасу вы есть не боитесь? Не боюсь. А вы не боитесь, что на ней ТУ нарисовано? А вообще вы знаете, что такое ТУ означает вот в целом? Человек говорит, нет, не знаю. Технические условия. Это означает, что вы, вот, в составе указано вот это, вот это, вот это, вот это, но по техническим условиям соль не та, которая указана в составе, это я просто аккуратненько говорю, а вот такая вот соль, неочищенная какая-нибудь. И вот технические условия не позволяют найти другой соль. Значит, посолим этой, ничего страшного, не помрут. Понимаете? И это касается всего. Мясо не такое, вот такое. Обработали не так, а вот так. Потому что технические условия не позволили. Вот это вот ТУ, оно позволяет просто, ну, ставить эксперимент на людях, понимаете? И при этом, например, человек, который не трясущейся рукой берет в магазине продукты, говорит, ах, я боюсь пить витамины. Вы знаете, ну, это смешно, это просто смешно даже слушать. Настолько это несерьезное утверждение, да? Итак, наша новая серия. Для кого? Для кого эта новая серия? Это новая серия для всех нас, для всех девочек. Причем эта серия как раз для современной женщины, которая занята. Вот у нее нет времени, она, может быть, и учится, и уже строит карьеру, и совмещает очень много функций. И у нее мало времени, и, может быть, даже нет сил качественно ухаживать за собой. При этом она хочет чувствовать себя спокойно, несмотря на свою активную жизнь. Она хочет выглядеть идеально, она хочет инвестировать в свой правильный уход, и она живет настоящим, но думает о будущем. Вы чувствуете, какой клиент, да, вот я обрисовала человека, какой это человек, и какое ожидание у этого человека? Это безупречно сияющая здоровая кожа, простое решение, то есть 2 минуты утром, 2 минуты вечером, быстрый, желательно мгновенный результат, и выглядит потрясающе на все 100, несмотря ни на что, даже если она всю ночь работала, или там весь день работала, вечером была в ночном клубе, а утром бежит на работу, но с помощью этой серии ее лицо будет выглядеть отдохнувшим, красивым, сияющим. И клинически доказано, ребята, у нас клинические исследования, у нас не просто какие-то спросили кого-то, как вам ощущения. Нет, друзья, это клинические исследования. Так вот, клинически доказано, что сияние усиливается в 25 раз, и поэтому сыворотка и дневной крем имеют перламутровый эффект для того, чтобы они лежали хорошей основой под макияж. То есть, представляете, да, вот воспользуешься вот этой сывороткой и дневным, например, кремом, у вас появится естественное сияние лица, и нанося основу тональную, у вас это естественное сияние, оно будет как бы просвечиваться. И люди вам будут делать комплименты, потому что будут говорить, что у вас лицо светится, кожа светится. И, конечно же, увлажненность на 89%. Причем, друзья мои, что такое увлажненность? Вот зачем она нам нужна? А все очень просто. Если у вас недостаточно увлажненная кожа, и не путайте, пожалуйста, с жирной кожей, потому что очень часто, опять же, встречаю женщин, которые говорят, я не пользуюсь никакими кремами, потому что у меня жирная кожа, мне некомфортно, вот потом там вот это, и вот это все начинается объяснение. Ну, начнем с того, что у меня тоже жирная кожа. Это раз. Но, во-вторых, мне 45 лет, и я прекрасно понимаю, что вот это мелкие морщинки вокруг губ, которые появляются с возрастом, мелкие морщинки вокруг глаз, которые появляются с возрастом, морщинки, которые на лбу, которые появляются с возрастом, это из-за недостаточной увлажненности кожи. Если кожа будет достаточно увлажнена, и если вместе с тем пить достаточное количество жидкости в течение дня, то эти морщины, они разглаживаются. Это не те морщины, которые, ну вот вообще, и не появляются новые, самое главное. Так вот, вот эта серия,
наряду с тем, что вы пьете достаточное количество жидкости, она будет увлажнять вашу кожу изнутри на 89%. Это очень крутые результаты. И в составе этой формулы входит таурин. Я вот, честно сказать, вообще не представляла, что такое таурин. Для меня это было какое-то страшное, непонятное слово. Оказалось, что это вообще природный компонент, который... берут из природы, да? Таурин добывается природным способом из красных водорослей, которые выращиваются в искусственных реакторах, и он у нас на 100% натуральный, ребят. Это вообще, это консервант, который на 100% натуральный. Поймите раз и навсегда, что чтобы где человек не покупал, там обязательно будут добавлены консерванты. Но все консерванты делятся на две категории. Есть консерванты натуральные, растительного происхождения, и есть консерванты химические, сделанные в лабораториях, да? И большая часть средств, которые продаются в магазинах, компании, которые продвигают продукты, там химические консерванты. Это дешевле, это проще, это, ну, скажем так, точно ничего не пропадет, и срок годности там не кончится и так далее. Чтобы сделать выжимки натуральных консервантов, для этого нужны высокие технологии, высочайшие технологии, нужны свои производства, нужны свои комплексы и так далее, так далее, так далее. Так вот, ребят, в Oriflame это просто есть. Понимаете? И не зря 2 года назад, когда проводились независимые исследования, именно сравнивались то, что продается в магазинах, и сравнивалась уходовая коллекция Oriflame. И это не Oriflame проводила исследование. Так вот, по независимым исследованиям нас поставили на один уровень с компанией Dior. Dior, да? Но на минуточку, в Dior уходовый комплекс стоит 30 тысяч рублей, а в Oriflame уходовый комплекс новый стоит... Сколько он тут стоит? 4599. Почувствуйте разницу, это называется. 30 тысяч, ребят, и 4599, понимаете? А по уровню эффективности они абсолютно равнозначны. То есть, пользуясь уходом за лицом, вы пользуетесь элитной, дорогой, качественной косметической продукцией, которая в магазинах продается за бешеные деньги. Вот это вы должны понять. Экстракт стволовых клеток, ягод асаи находится в этом комплексе, который защищает наши клетки от свободных радикалов. Плюс мы пьем еще астаксантин. То есть мы изнутри защищаем себя от свободных радикалов. И вот эта серия будет еще снаружи защищать от свободных радикалов. И, конечно же, технология защиты от ультрафиолетовых лучей, чтобы у нас не было никакой пигментации, не было преждевременного старения кожи. Вот такая волшебная серия. И второй момент. Впервые, ребят, впервые доказали, почему обязательно надо пользоваться и дневным, и ночным кремом, понимаете? Потому что дневной крем дает мгновенный заряд энергии, он выравнивает текстуру кожи и как раз дает то самое увлажнение на 80%. Но ночной крем, он влияет на сияние кожи. Понимаете? Вроде бы казалось, сыворотка перламутровая, казалось бы, вот оно. Нет, а именно ночной крем влияет на сияние кожи, сокращает морщины и также продолжает увлажнять вашу кожу. И только в тандеме вы получите те самые заявленные цифры, о которых мы говорим. Поэтому только вместе, только сообща. И вот как раз, да, вот Nourish True Perfection, вот на смену этой серии пришла новая серия Nourish Skin Energy. И вы видите, да, что вот какие были цифры в Nourish True Perfection. Сияние кожи усиливалось в 11 раз, увлажненность на 83%. В новой серии у нас сияние кожи усиливается в 25 раз и дает мгновенный и длительный результат. Это уже большая разница. Увлажненность на 89%, выравнивание текстуры кожи, да, значительное сокращение морщин и видимость пор уменьшает. То есть еще и матовость будет лицу придавать. То есть сияние и матовость. Вообще волшебная серия. Поставьте десяточки, кто сейчас впечатлился этой серией. Я, честно говоря, вот нам в пятницу на топ-100 давали эту презентацию, рассказывала Наталья Распопова как раз вот про эту серию. И я думаю, что на Добром утре в понедельник тоже будет рассказ про эту серию. Я очень впечатлилась, прям действительно очень сильно впечатлилась. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Итак, еще одна новинка этого каталога – это новый аромат коллекции Glesha. Glesha Air этот аромат. И при покупке этого аромата у нас с вами будет идти еще и шариковый дезодорант из коллекции North for Men, да? Вот, новый аромат Glesha.
Чем аромат этот интересен? Этот аромат интересен тем, что у него, сейчас я себе найду, я себе специально записала, ребят, я потому что такие вещи не всегда помню, я специально записала. У этого аромата, то есть вот знаете как, оказывается, сейчас есть такой вот, ну как, новая мода. Сейчас модно и трендово, чтобы ароматы были молекулярные. И у нас в Oriflame, ну как бы немножко по-другому делались ароматы. Но вот это первый аромат Glacier, вся обновленная серия Glacier, это новый тренд. Это молекулярные ароматы на уровне молекулы. Идет вот этот вот аромат, и попадая на вашу кожу, именно на молекулярном уровне он раскрывается. То есть это вообще тоже какие-то высочайшие технологии. Аня пишет, что поклонница Ultimate Lift и думала, что это навсегда, а теперь задумалась. Да, Ань, да, я тоже, я прям очень хочу эту новую серию. Вот, а Тоня пишет, что все глэш-ароматы суперские. Абсолютно с этим согласна. Так вот, тип аромата тонизирующий, ароматический, легкий. Основная нота грейпфрукт. Вот эта молекула аквазон. Вот это вот как раз фишка. И гвояковое дерево здесь находится. Но вот это первый молекулярный аромат в компании Oriflame. И вот это как раз вот то, что я вам говорила, трендовое направление, которое дает новую нотку в этот аромат, новую динамичную йодной свежести. То есть это озоновая такая свежесть, которая остается надолго. То есть тот, кто воспользуется этим ароматом, мужчина, у них будет вот этот вот шлейф озоновой свежести, и этот шлейф будет оставаться именно надолго за счет вот этой вот молекулы аквазон, которая появилась вот в этом новом аромате. Дальше, следующая новинка этого каталога. У нас уже несколько каталогов назад появилась серия для самых маленьких Baby O, для малышечек, и там были уже три продукта, но это, в этом каталоге эта серия пополняется еще двумя новыми продуктами, причем мамочки это 100% оценят однозначно. Эти два продукта – это крем под подгузник и очищающее молочко под подгузник, чтобы у деток не было натертости, чтобы у деток не было опрелости, чтобы детки не, ну, не плакали, не было дискомфорта. Да? Вот такая вот у нас такие две новиночки появляются. Я думаю, мамочки будут просто пищать от восторга, потому что эти новиночки крутые, они на 95% натуральные, прошли кучу тоже клинических исследований, и доказали о том, что они, их можно применять с нуля, то есть прямо с рождения ребенка, не переживайте, уже можно использовать эти средства, и все будет абсолютно прекрасно, компания гарантирует. Что делает это средство, да, вот этот вот крем? Впитывает излишнюю влагу, успокаивает, восстанавливает кожу, легко наносится, и, конечно же, в составе находится оксид цинка и пантенол. Опять же, ребят, вот мы читаем оксид цинка. Ах, что же это такое? Ребят, все вот эти вот вещества, они натурального происхождения, то есть это выжимки из растений, никакая это не лабораторная химия, понимаете? Это натуральные компоненты. Ну и для чего нужен оксид цинка? Он впитывает как раз излишнюю влагу и регулирует pH-баланс, чтобы не было роста вредных бактерий, откуда эти натертости, откуда эти всякие неприятности, вот именно оттуда. А пантенол, он как раз увлажняет, питает и успокаивает нежную кожу. Вот Аня, наш врач, пишет, цинк полезен, уменьшает раздражение от соприкосновения с подгузником. И вторая баночка, она называется очищающее молочко. Она защищает, вот средство это защищает деликатную кожу в области подгузника, бережно очищает, восстанавливает и питает кожу. И наносить его нужно, используя ватный диск или салфетку, протирая область под подгузником. Ну, все мамы, я так думаю, в легкую разберутся, что с этим делать. Самое главное понимать, что это средство еще и несет и заживляющие эффекты, и увлажняющий эффект, и очищающие эффекты, и смягчающий эффект. То есть все то, что нужно нежной коже младенца, да, которая, в общем-то, ну, неприятно в подгузнике находиться целый день, вот если уж так по-честному, да? Вот, еще одна новинка этого каталога, прям моя одна из самых любимых серий по уходу за собой, да, и серия украшения, такой серия украшения ванной комнаты, это обновленная коллекция в серии Essence & Co.,
А в данном случае серия выходит с ирисом и шалфеем. Ура, ура, ура! Я дождалась теперь своей серии, потому что все предыдущие серии были в составе, был цитрусы были. И я прям, мне она очень нравилась, но я прям никак не могла себе позволить ей пользоваться. Наконец-то, ура, без цитруса, да, теперь я смогу тоже пользоваться этой серией, не буду завидовать вам, кто уже пользуется этой серией. А здесь, как обычно, жидкое мыло с дозатором, да, здесь молочко, лосьон для рук и тела, и, конечно же, кусок мыла, вот это кусковое мыло, которое очень красивое и распространяет по вашей ванной комнате просто невероятный вкусный аромат. И скидка 55% на новинку при заказе двух продуктов. То есть, если вы заказываете сразу какие-то два продукта, то у вас суммарно скидка составит 55%. Кстати, плюс еще этой серии, она долгоиграющая, то есть надолго хватает реально, и жидкого мыла надолго хватает, и лосьона надолго хватает, и мыла надолго хватает. Это вот прям по отзывам клиентов, они все говорят, что реально на очень долго хватает. И самое главное, вся эта серия также прошла строгий дерматологический контроль, там нет ничего, что может вызвать какие-то неприятности с кожи, рук, тела и так далее, да. Поэтому, друзья мои, обращаем внимание на новую, красивую, эстетически и, самое главное, полезную серию по уходу за собой. Ну вот, это ароматерапия в твоей ванной. А в составе, кстати, натуральные эфирные масла, опять же, натуральные, да, ну и, как я уже сказала, эстетическое удовольствие от роскошной упаковки и текстуры. Но это правда эстетическое удовольствие, посмотрите, какая красивая серия. А что делает экстракт ириса? Он тонизирует и восстанавливает, а масло шалфея, опять же, имеет антиоксидантные свойства, успокаивает, смягчает, помогает расслабиться. То есть это как раз для нас с вами специальная серия. После бурного активного дня идем, принимаем ванну, пользуемся вот такой серией, после ванны наносим на тело лосьон. И мне, например, лосьон наносить нравится больше, чем крем для тела, потому что он легче разносится, у него более жидкая консистенция. И так как он будет с запахом шалфея, то это нам поможет расслабиться и спокойно уснуть, и хорошо отдохнуть за ночь. Поэтому я вам очень рекомендую обратить внимание на эту серию. Ну и супер положение на декоративную косметику в коллекции The One в этом каталоге. 1 плюс 1 равно 3. Каждый третий продукт со страниц 24-33 в подарок, ребят. Все как мы любим. Мы же любим подарки, правда же? Вот, поэтому обратите внимание, обращайте внимание ваших клиентов. В прошлом каталоге мы качали страницы 3-23. Я же запомнила, так качала. В этом каталоге 24-33. Страницы запоминайте, номера этих страниц. Все продукты, купленные с этих страниц, подходят под акцию 1 плюс 1 равно 3. Соответственно, 2 плюс 2 равно 6, 3 плюс 3 равно 8 и так далее, да? Ну, то есть это математика, да? 3 плюс 3 равно 9, кстати. Вот, то есть всегда третий продукт у вас будет проходить бесплатно в подарок. И на этих страницах декоративная косметика The One. То есть мы продолжаем качать декоративку. Мы начали в прошлом каталоге, продолжаем тоже направление качать. Ну и как я уже тоже про это сегодня обмолвилась, что у нас продолжает пополняться коллекция аксессуаров осень 2020, и я прям вот, знаете, глазик у меня конкретно упал, я 100% закажу себе рюкзак с этой коллекции. Я сегодня в чат бриллиантики скинула видюшку с этим рюкзаком, эко-кожа, черный рюкзак, подходит под любой стиль, очень хороший объем, мне прям понравился, то есть вот так вот прям, если каталог вот так класть на рюкзак, то вот так вот высота. И хорошее дно 15 сантиметров, очень хорошие ручки. Подходит под любой образ. С ним будет хорошо, удобно и туда, и каталоги вместятся, и все, что вам нужно, вместится. Поэтому обязательно берите рюкзак. И те, кто делают 150 баллов лично, помните о том, что у вас 50% скидка, начиная со второго каталога. То есть вот если, например, первый раз делали 150 баллов, второй раз делаете 150 баллов, начиная со второго каталога, если всегда будете делать 150 баллов, у вас будет всегда на один продукт 50% скидка. На втором шаге у вас там будет окошечко выпрыгивать. Вот я, например, рюкзак возьму с 50% скидкой в этом каталоге.
Не надо, Тонь, смущаться, посмотри видюшку. Вообще не смущает. Сейчас вообще клепки в моде, Тонь. Это стильно, это красиво, это драйвово. А, то есть клепки в целом в моде, они ни капельки не будут усложнять образ. Ну и мы помним, что рюкзак – это все-таки молодежный стиль, и это как раз будет придавать нам с вами такой вот молодежной энергичности, да, молодежь своя энергичность, а мы будем вот клепками продавать себе молодежную энергичность. Поэтому Тоня, это нас будет омолаживать. Поэтому берем рюкзак однозначно. Вот. Сегодня, кстати, у Ани была в гостях у Горбачевой, она мне показывала сумку, торбу. Вот девушка здесь держит на картинке из этой же коллекции вот квадратную сумку, а Аня себе купила сумку-торбу. Ну и что вы думаете? Я прям теперь про сумку-торбу думаю. Ну, мне все нравится, я прям не могу. Честно сказать, мне в этой коллекции ну почти все аксессуары нравятся до такой степени, что я прям в восторге. И в этом каталоге еще шарф появляется, я себе купила... шикарное пальто осеннее, шерстяное, и там и цвета кэмл, и в шарфе вот эти треугольники, квадратики цвета кэмл, я прям уже, вот эти я прям вижу уже себя в этом пальто, в этом шарфе шикарно, с этим рюкзаком, бомба вообще, очень красиво, очень стильно, очень классно, мне вообще сейчас очень нравится вот этот вот стиль, да, вот даже я сижу, вот я просто как Аня ездила, прискакала, быстренько села вести, вот прям базовая футболка, джинсы и пиджак, вот мне нравится этот стиль, это стильно, это удобно, это драйвово, это красиво, это как бы в темпе, вот знаете, вот женщина в темпе. Я не хочу молодиться, я не хочу, чтобы, ну, знаете, как смешно выглядеть, я хочу выглядеть стильно, красиво, чтобы мне было удобно, и при этом, чтобы, ну, человек, смотря на меня, понимал, что, да, это женщина, которая ухаживает за собой, это женщина, которая следит за модой, это женщина, которая знает, как, какими аксессуарами пользоваться, понимаете как? Вот, да, вот очень крутые аксессуары, точно. Поэтому новая коллекция аксессуаров, это, конечно, очень круто. Мы надолго теперь работать будем вот с этим вот фондом, господи, имя вылетело, Гоша Куценко, с фондом Гоши Куценко, который помогает детям с ДЦП. И у нас вот на некоторых продуктах, видели, на детской серии тоже вот этот вот значочек, который вот для маленьких самых. Вот мыльцы мы вот это вот продаем. Вот с продажи этих продуктов, ребята, часть средств уходит именно вот в этот фонд ДЦП. Поэтому не забывайте о том, что мы, может быть, не всегда можем, ну, скажем, не то, что не можем себе позволить, а я, например, ну, иногда даже не знаю, куда уйдут эти деньги, и не хочу просто так вот куда-то деньги. Но когда я вижу в Oriflame вот этот значок, я 100% уверена, что он действительно уйдет туда, куда положено. Он уйдет в этот фонд, и действительно эти деньги пойдут в помощь детям. Поэтому я легко покупаю такие продукты и с удовольствием покупаю такие продукты, потому что я знаю, что это правильно, да? Правильно, пусть я чуть-чуть буду помогать, но зато адресно и четко и по делу. И я вас призываю, конечно, к тому же самому, да. Ребят, как помните, я всегда говорю вот эту фразу, да, камешек, брошенный в воду, дает круги. Какие круги ты отдаешь, такие круги к тебе вернутся. Для меня это очень действительно важно. Вот, да. И я тоже делаю заказы и в заказы добавляю, мыльце вот это добавляю, потому что это важно, потому что это хорошо, потому что это правильно просто-напросто, ну, с моей точки зрения. Вот, поэтому давайте подведем итоги по каталогу, на что мы обращаем внимание. Посмотрите, какие у нас крутые новинки. Ребят, давайте от 1 до 10, как вам новинки этого каталога? От 1 до 10, поставьте сейчас в чат. Новая серия Novage Skin Energies. Серия по уходу за телом Essence компании. Baby O новый продукт. Туалетная вода мужская Glacier Ice. Акция со страниц 24-33, я еще не запомнила, да? На декоративку The One и новая коллекция аксессуаров. Это только новинки, представляете? То есть я даже вот знаете, даже вот не рассказываю про все остальное, потому что если я в руки беру каталог и открываю, и мне сразу же, вот понимаете, вот сразу же на глаза попадается, например, на третьей странице каталога
эссенция для лица, и я понимаю, что если я пользуюсь серией Novage и плюс эссенцией каждый день, то я еще буду лучше выглядеть, а я так и пользуюсь. То есть у меня, например, утро начинается, я умылась умывалочкой Novage, я нанесла после умывалочки эссенцию обязательно, и только после этого я уже наношу сыворотку, кремики и потом уже декоративный макияж, если я наношу декоративку. Ну, то есть эссенция у меня утром и вечером каждый день в обязательном порядке, потому что она содержит морской пребиотик и потому что она увлажняет, это глубокое увлажнение кожи лица. И я ей пользуюсь просто каждый день. И вот когда мы открываем этот каталог, мы сразу видим, да, инновации, качество, люди. Это то, с чем позиционирует себя компания Oriflame. Это то, с чем позиционирует себя продукция компании Oriflame. Это то, что мы хотим, чтобы люди знали о компании Oriflame, что Oriflame – это равно инновации, это равно качество и это равно люди. И Oriflame предлагает только самое лучшее для всех людей. И, кстати, еще одна фишка этого каталога. Обратите, пожалуйста, внимание, это просто бомба. На каждой странице, вот в начале каталога идут ароматы, и у каждого аромата указан парфюмер. Парфюмер указан, и имя написано, и вы можете ввести имя этого парфюмера в поисковик и посмотреть, с какими известными брендами этот парфюмер работает. Понимаете, да? И рассказывая людям о нашем парфюме, так и говорить, что, например, аромат So Fave Together Hell – это аромат, который для нас сделала Натали Лорсон. А Натали Лорсон работает, и вы раз и говорите, там аромат Eclat Amour для нас сделал Пьер Негрен, а он работает, и вы есть опять что сказать. Следующую страницу открываем. Аромат Люсия для нас сделал Жильбер Аполлон, и мы смотрим, что он еще для кого сделал. Дальше. Парфюмированная вода Амбр Эликсир и Амбр Эликсир Кристал. Для нас сделали парфюмеры Эмили Копперман и Кристиан Плос. И так далее. Каждая страница, каждый аромат рядом написано парфюмер. То есть мы можем в этом каталоге прямо, знаете, вот прям узнать всех парфюмеров, которые с нами работают. Это очень крутая фишка, очень крутая. Просто об этом, опять же, надо говорить, понимаете, как? И самим посмотреть, а с кем они работали, да? Как мы, например, в прошлом каталоге говорили, что аромат сделал Фабрис Пелегрин, да? И с кем он работает. То есть это очень крутая фишка. Люди просто об этом не знают. Они думают, что Oriflame – это просто, ну, так вот, какая-то там компания, которая что-то какие-то парфюмы делает. Я беру в золотом яблоке, потому что там шлейф. Откуда ты знаешь, что в этом золотом яблоке продается, из какой бочки туда что налили, понимаете? В Oriflame ароматы только известные парфюмеры, только известные. Мы берем не ценой, ребят, мы берем количеством продаж, количеством. Я вот как раз вам в прошлом каталоге про астаксантин рассказывал, да, что всего две компании в мире делают астаксантин природный, именно американская компания и наша компания. Так тот американский астаксантин стоит порядка 120-150 долларов, а наш астаксантин, если перевести на доллары, да, 1800 рублей даже без скидки, если, это получается, я даже не знаю, сколько это в долларах. Это, наверное, 20 максимум долларов, мне кажется. Может, даже 18-15 долларов. Вот, понимаете как? Чувствуете разницу? А по качеству они идентичны. Почему тот стоит 150, а этот 15 долларов? Почему? Я вам объясняю. Потому что те продают 10 баночек, а мы продаем 1 000 000 баночек. И те в 10 баночек вкладывают стоимость складов своих, оборудования, исследований и всего-всего прочего. А мы продаем количеством. То есть у нас просто огромное количество. Мы берем количество. Мы делаем маленькую наценку, небольшую, но мы продаем много. За счет этого у нас большие идут обороты. Вот. А вот у нас натуральный, да, а это Аня пишет про тот, который на Ахербе продается, он не натуральный, да, да, есть такое. И тоже стоит вообще стоит неприлично на Ахербе, который астаксантин продает, он очень дорого стоит, и он еще и непонятно какой. Вот, поэтому, ребята, мы крутые, но об этом надо хотя бы самим знать, понимаете? Чтобы кому-то об этом сказать, надо знать и иметь факты, потому что если вы просто будете бегать и кричать, я крутой,
компании работаю. Ну, знаете, как это как городские сумасшедшие, да, сектанты. Чего вы бегаете, чего вы кричите? Вы должны знать. Поэтому вам компания пишет имена парфюмеров, поэтому вам компания пишет, кто в чем участвовал, и пишет, с кем сотрудничает, для того, чтобы вы знали и могли говорить факты людям, да. Сегодня тоже разговаривала с консультантом, и она мне говорила о том, что она не пользуется уходом за кожей лица, в принципе, особо, а Oriflame в частности, потому что это все глупости и ерунда. Понимаете? И я с ней целую беседу провела на эту тему, и после этого как бы вот вопрос о том, что это глупости и ерунда, был снят. Вот. Поэтому это важно, это действительно очень важно. Так вот, у нас 26 новинок в этом каталоге, у нас 240 продуктов в каталоге по цене дешевле 300 рублей. Это еще раз к разговору о том, когда говорят, я не пользуюсь Oriflame, потому что дорого. Ребят, 240 продуктов в каталоге дешевле 300 рублей. Где дорого? Что дорого? У вас есть выбор, что покупать. Хотите, берите то, что дешевле 300 рублей. Любите себя, уважайте себя, берите то, что... 4500 стоит, понимаете? Каждому по кошельку есть все, что угодно. И кто посмотрел видео с Мигулиным завода, да, он говорил о том, что даже наша помада One Color, да, она качественная помада, она качественная, она недорогая, но она качественная. И даже та помада у нас классная, понимаете? А уж что говорить о помадах The One и Giordani Gold, да? Там уж вообще уровень, мировой уровень. Я вам тоже рассказывала историю о сравнении с лореалевскими помадами и с ценами, да? Но это же вообще, это неприлично. Лореаль накручивает, то есть когда вы видите в магазине лореалевскую продукцию, прям сразу делите на 10, и вы узнаете ее себестоимость. И когда вы узнаете ее себестоимость, спросите себя, я хотя бы баночку эту в руки хочу брать или уже нет, потому что что ж туда за такие копейки вы положили, понимаете? И у нас мы продаем практически по себестоимости с небольшой накруткой, но мы берем количеством продаж, у нас объемы невероятнейшие, у нас компания миллиардер, ребят, мы можем себе это позволить. И у нас в каталоге 405 продуктов со скидками до 71%. Поэтому даже не хочу слышать слово «дорого», понимаете? Все в голове находится, и все находится в ваших знаниях. Если вы знаете, если вы ходите на такие вот на мои утренние планерки и все это слушаете, вы никогда в жизни не скажете, что что-то дорого стоит, понимаете? Вот я открываю мыло 49 рублей при покупке двух. Вот у нас все последние страницы каталога, все последние страницы каталога, начиная от Essence серии, да, вот эти последние страницы, и тут вот понеслось, скидка 55% при покупке двух, зубные пасты по 119 рублей при покупке двух, кремы для ног, которые вот эти с плюсиками, да, по 55% при покупке двух, обалденная Лео коллекция, Лео натуральный шампунь, кондиционер, маска для волос, 50% при покупке двух, мыльца 49 рублей при покупке двух, гельчики Discovery по 99 рублей при покупке двух, ребят, ну это просто потрясающе, каталог потрясающий, просто потрясающий, но помним, по прошлому каталогу, да, что будут мести со склада, как горячие пирожки. Поэтому давайте договоримся с вами, что мы этот каталог, да, объемы прошлого каталога делаем за первые две недели этого каталога, а третью неделю уже будем расти. Поставьте плюсики, кто согласен, что за две недели делаем объемы этого каталога. А что компания делает для того, чтобы нам с вами было комфортно рекрутировать. У нас с вами продолжается вот эта акция из Стокгольма с любовью, в которой мы приглашаем новичков, они делают заказы, баллы суммируются спонсором, который приглашает новичков, и суммарные вот эти баллы, которые у вас получаются, вы в итоге уже, вот этот каталог крайний идет, эта акция, 13-й каталог, в 14-м каталоге вы уже сможете заказать себе вот эти шикарные сумки из этой коллекции. В прошлом каталоге у нас группа Юли Игнатовой сделала фотосессию, фотки тоже в чате бриллиантики были, поэтому смотрите, сумки просто невероятно крутые, очень высокого качества, очень хорошо выглядят, дорого, прям вот дорого выглядят, очень эстетично красиво выглядят, и самое главное, они функциональные, то есть они не просто
красивые, они функциональные, эти сумки, на все случаи жизни. Поэтому продолжаем приглашать новичков. Каждый балл новичка – это ваш суммарный балл. Суммируются эти баллы вам в спонсорские баллы. И помним о том, что каждую неделю разыгрываются счастливчики, которые получают путевку в Стокгольм, представляете? И завтра мы узнаем имя нового счастливчика во время «Доброго утра, Россия», который проходит у нас по понедельникам. Помним, что у новичков идет стартовая программа, да, и у нас новички за 4 шага, всего за 796 рублей, это 4 раза по 199, да, получают продукции на 10 634 рубля. Поэтому напоминаем, говорим, объясняем, не забываем об этом, не останавливаемся, когда новичок сделал первый шаг стартовой программы, а продолжаем вести человека по шагам. Это важный момент, ребят. И, конечно же, включаем сразу новичков в рекрутинг, да, вот пришел новичок, все, сразу бегом быстрее его в рекрутинг, потому что у нас уникальная компания, где вы можете зарабатывать очень хорошие деньги, об этом надо говорить быстро, даже если у вас новичок пришел на выручайку, вы все равно переводите разговор на тему, а знаешь ли ты о том, что у нас компания, просто находясь дома, просто общаясь по телефону с людьми, сообщениями, голосом, ты можешь зарабатывать 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 тысяч. Знаешь ли ты об этом? Понимаете? И люди, большинство, говорят, нет, не знаю. Давай я тебе про это расскажу. Рассказывайте, рассказывайте про эту акцию, включайте новичков в рекрутинг. Это хорошо. У нас с вами продолжает действовать акция «Жаркие скидки». И все те, кто в прошлом каталоге сделали заказы на 50 баллов, в этом каталоге в первом балловом заказе, как минимум на 10 баллов должен пройти заказ, вы можете выбрать продукты 70% скидкой. Я вот могу вам сказать, что есть вещи, которые разберут молниеносно. Ну, например, вот такое полотенце. Вот вы видите на картинке это полотенце. Вот вы видите у меня его вживую. Это пляжное полотенце. Посмотрите, какое оно огромное. Огромное, видите? О! Вот так вот те украшения, которые видите, вот они, видите? Это толстое полотенце, это чистый хлопок, ребят, прям чистый-чистый хлопок. И оно очень высокого качества, 100% легкая впитываемость. Поэтому и цена, вы видите, какая цена? 300 рублей, 300 рублей за такую цену полотенце на сегодняшний день, чистый хлопок, плотное, толстое полотенце, не купить. Поэтому я вам рекомендую быстро сориентироваться, потому что чем быстрее вы сориентируетесь, тем быстрее у вас будет возможность взять вот такие вот замечательные наборы. Да? Набор косметичек у нас с вами был, он по акции как-то, и мы знаем, какие они классные, да? 391 рубль. Набор, например, где карандаш для глаз, помада и мицеллярочка 300 рублей. Мужской набор с очками, авиаторами 460 рублей. Вот такой вот набор. Уже и еще нет, Ларис, еще нет. Знаете как, раньше мы торопились сделать в воскресенье сразу заказ, потому что нам в понедельник надо было получать, но поставка идет в понедельник, поэтому, ребят, следите, смотрите, еще пока нет, я надеюсь, что завтра появится все. Вот такой вот набор, смотрите, гель для душа парфюмированный и лосьон для тела, 319 рублей всего, да, с ароматом туалетной воды Divine Royal. Серьги набор, специально смещающие средства, губная помада Giordani, спрей, который, опять же, помогает нам успокоиться, да, с очками вот в такой вот шикарной роговой оправе, всего 548 рублей. То есть выбор прекрасный. Все те, кто сделали от 50 баллов и более, быстренько размещаем заказы, чтобы успеть взять вот такие вот наборчики. В одном заказе один набор. Дальше. Акция активности, которая теперь осенний эксклюзив, да, то есть у нас была акция летняя «Жаркие скидки», теперь она переросла в акцию активности «Осенний эксклюзив». Итак, выглядит она таким образом. Два каталога, 13 и 14. Делаем заказы, ну, как обычно, по привычке уже на 50 баллов, и вы станете счастливым обладателем уникального аксессуара, доступного только нам с вами. Причем этот аксессуар, вот это вот в развернутом виде вы видите платок. Посмотрите, какая расцветка, это же
просто фантастика какая-то. Это действительно элитный, дорогой аксессуар. Опять же, такие платки в магазинах, которые специализируются по таким вот платкам, я могу сказать, средняя стоимость такого платка 10 тысяч рублей, девочки. 10 тысяч рублей средняя стоимость. Бывает дороже, бывает дешевле, но средняя стоимость 10 тысяч рублей вот такого вот эксклюзивного платка. У вас этот платок вам будет за то, что вы сделали два каталога по 50 баллов и что-то там за смешные денежки. Актуальные оттенки. Принт, который, ну, просто неповторимый, очень красивый принт. Мифическая флора-фауна на фоне разнообразных оттенков моря и неба. И к нему еще идет золотое металлическое кольцо, которое будет вам помогать в носке. То есть вы, чтобы смогли завязать платок всякими разными удобными способами для вас. Очень красивый, очень стильный, очень дорогой и очень-очень-очень, ну, потрясающий аксессуар. Вот, всего за 199 рублей. То есть делаем 50 баллов в 13-м каталоге, 50 баллов в 14-м каталоге. И в 14-м каталоге покупаем этот аксессуар всего за 199 рублей. Ребят, 10 тысяч и 199 рублей. Почувствуйте разницу, пожалуйста, да? Шикарная акция активности, мне очень понравилась. Вот, обнови свой образ к новому сезону. И, конечно же, акция реактивации. Реактивации. Я, честно говоря, люблю акции реактивации, потому что, ну, в обычной жизни мне не хватает времени обзванивать уснушек сильно много. Я там кому успеваю, что-то говорю, но так, чтобы вот прям сесть и вот так вот планомерно всем-всем-всем позвонить и сказать: привет, у меня для тебя фантастическая новость, делаешь заказ, получаешь сразу же в заказе подарок. Ну, вот как бы для меня это такой вот дополнительный стимул сделать прозвон. И вот у нас с вами будет весь текущий каталог идти акции реактивации. Как раз для тех, кто сделал последний заказ до 11 июля, ну, как мы с вами привыкли, в текущей распечатке это будут четверочки, да, делают заказ на 1200 рублей по ценам каталога единовременный, ребят. И вот этот набор подарок сразу же. Вот, Лариса пишет, появилось полотенце. Да, да, они в течение дня подводят, склады заполняют. Вот такой потрясающий набор вообще в подарок бесплатно. Ребят, все уснушки, у которых 4 и более каталога не было заказа, делают заказ на 1200 рублей в текущем каталоге и получают в подарок вот такой шикарный набор. Я вообще в восторге от этой акции. И у меня прям появилось желание всем звонить, со всеми разговаривать. Во вторник, не, в среду с утра на планерке мы с вами скрипт напишем и будем рассказывать уже по скрипту. У нас получается в понедельник директорская планерка завтра в 8 утра по Москве. Во вторник у нас обычно с Полиной планерка по цифрам. И в среду вот мы с вами будем скрипт писать. Вот такая вот шикарная акция. Я думаю, она вам тоже очень понравилась. Ну вот крем для душа и парфюмированный лосьон для тела. Да, вот мы уже с вами сегодня про эту тему говорили. Ключевой ингредиент — амарилис, зимний цветок, символизирующий страсть и величие. Страсть и величие. Очень круто. Абсолютно согласна. Увлажняет, ухаживает, очищает кожу, дарит необыкновенный чувственный пленительный аромат. Мне очень нравится. Но это мое. Это я свое смотрю. Ой, у меня, говорю, есть же такой набор, покажу. Мне очень действительно нравится эта серия. Вот, поэтому сейчас самый лучший момент, чтобы вернуть людей в Орифлейм. Почему, кстати, это еще лучший момент? Потому что у нас впереди самый-самый-самый сезон, да? А все, картошку посадили, выкопали, детей в первый класс отвели, в институты отдали, все успокоились, все, слава тебе, Господи, устаканилось. И вот, пожалуйста, да, сейчас самое время возвращать людей в Орифлейм. Коронавирус как-то пережили уже, адаптировались к нему. Все, давайте всех вернем в наши команды. И мы только за счет того, что разбудим уснушек, уже вырастем еще, мне кажется, как минимум на 20-30%. Только за счет того, что хорошо и качественно обзвоним всех уснушек. Ну и программы для лидеров. Для лидеров. У нас продолжается квалификация на золотую конференцию в Таиланд. 13 и 14 каталог, ребят. Два каталога. Любой успеет в Таиланд. Если вы никогда не были директором, два каталога
по итогу 14 у вас должно быть 22%. Вот вы должны помнить, вы должны ложиться спать с этой мыслью, просыпаться с этой мыслью. Что я сегодня сделал, чтобы у меня по итогу 14 каталога было 22%. Еще один каталог, 13-й, последний каталог, когда работает программа про бонус. И в этом каталоге вы можете также получить премии 5 и 10 тысяч рублей дополнительно, если у вас 15 и 70, и если у вас есть уровень 22%. Ну и продолжаются квалификации на банкеты и так далее, да. Поехали дальше. Ну вот он про бонус, да, если вы старший менеджер, 5 тысяч рублей дополнительно, если вы директор, 10 тысяч рублей дополнительно. 15.70 надо держать, где смотреть. Но я вчера каждому директору в личку звонила и говорила, где смотреть. Золотая конференция, автопрограмма у нас продолжается. Мы очень часто забываем про автопрограмму, но, ребят, с уровня, если у вас за каталог доход от 45 тысяч рублей, вы уже можете стать участником автопрограммы и получить в год дополнительный бонус 340 тысяч рублей. А так как программа на 3 года рассчитана, то есть за 3 года это более миллиона. То есть если вы выходите на доход от 45 тысяч, вы можете за миллион купить автомобиль, и вам компания за 3 года выплатит за этот автомобиль всю сумму в полном объеме. Представляете, вот такая шикарная автопрограмма для лидеров до уровня сапфировый директор. Ну и с уровня бриллиантовый директор это 47 тысяч рублей в каталог, а с уровня исполнительного директора 74 500 в каталог. Вы должны знать эти цифры для того, чтобы расти, да? То есть видите, как цифры меняются. Поэтому, ребята, есть ради чего делать карьеру, есть ради чего расти, есть ради чего выращивать директорские структуры. Как вам нравятся автопрограммы, как вам нравятся эти цифры? Ну и тоже сегодня уже обмолвилась, 30 сентября в 11 часов по московскому времени у нас будет так называемый мегафорум в онлайн-режиме. Он будет называться Орифест. Орифест, где нам расскажут, какие нас ожидают дальнейшие программы, какие новинки, какие эксклюзивные моменты. Ну вот в связи с коронавирусом как-то вот не получается провести мегафорум большой на всю страну. Про маленькие сказали в конце этой недели уже 100% на планерке топ-100 в пятницу нам Катрин уже точно скажет, что и как. Будет, не будет, но пока вот сложно. Все сложно, ну, вот, в общем, как бы скорее не будет, чем будет. Но 30 сентября у нас будет в онлайн-режиме Орифест, это и есть тот самый общероссийский мегафорум. Вот он будет 30 сентября в 11 часов по московскому времени начала. Уже запишите себе эту дату и цифры в ежедневнике. Это будет главное событие года, это будет поздравление, это будут викторины, розыгрыши, новинки, чествование новых званий, эксперты. Ну, в общем, это будет прям вот конкретно мегафорум, только в онлайн-режиме. Вот. Ну и, конечно же, ребята, так, что еще? Что-то еще я хотела сказать, нет? Все. Конечно же, мы с вами должны всегда помнить, что мы развиваемся в трех направлениях. Мы работаем с каталогом, поддерживаем активность, мы рекрутируем обязательно, и мы думаем о карьерной лестнице, потому что если уж вы пришли в Oriflame, Oriflame – это шведский стол возможностей, понимаете? Если вы пришли в компанию Oriflame, не надо бегать вокруг стола и пытаться с него крошить какие-то смахнуть. Ребят, надо взять все и по максимуму. Мы самая крутая команда на сегодняшний день в России, в нашем регионе. И я каждый раз на планерках по утрам про это говорю. В регионе, ребят, мы вторые по росту товарооборота в нашем регионе, по России шестые по итогу прошлого каталога. Поэтому я вас всех поздравляю, вы умнички, вы огромные молодцы. У нас просто будет бомбический сезон, и я точно знаю, что в этом сезоне у нас будет новых директоров куча, у нас будут новые дорогие звания, у нас будут новые премии, у нас много чего будет. Самое главное – отработать этот сезон ударно, так как мы отработали это лето и уже прошлый каталог. Да? Поэтому я вас поздравляю с началом нового 13-го каталога, желаю вам собрать все бонусы и премии, которые возможны в этом каталоге, и, конечно же, бурно рекрутировать, собрать все подарки по рекрутинговым акциям. И в 14-м каталоге давайте будем первым. Ой, я согласна вообще, я вообще за. Я первая за. Вот, в 14-м каталоге открываем новые звания, чтобы всем поехать куда? В Таиланд. Чтобы всем поехать в Таиланд. Вот, поэтому, ребята,
Вроде все рассказала, что хотела сегодня рассказать. Надеюсь, что я вам была сегодня полезна. Еще раз напоминаю, что завтра в 9 утра по местному времени, 8 утра по Москве, будет наша директорская планерка, старший менеджер директора приглашаются. И в 11 по Москве «Доброе утро, Россия» с Катрин и Виктором и с эксклюзивным гостем. Приходите, будет интересно. Вот, все. И в среду у нас начинается обучение по Новейш. Обучение по Новейш. Все, у нас вот куча всего интересного. Все, всем пока. Хорошего, активного 13-го каталога и роста товарооборотов.